Это невероятное видео с нападением медведицы на охотника было заснято в тайге. Видео начинается с напряженной проверки охотником ближайших территорий на наличие хищника. Как вдруг из-за кустов мы видим медведя, он попытался аккуратно напасть на охотника, но боязнь человека перевесила желание нападения. Он пытался и подходил все ближе, но все-таки страх взял свое, в чем есть и заслуга охотничьих собак. Охотник не стал стрелять и сказал своему товарищу: «Петрович, медведь с тремя пистунами, стрелять не стал, отхожу». Позже он стал медленно отходить, надеясь вновь не встретить грозного косолапого. Лайк мужику-охотнику, каждому бы иметь такую выдержку в такой нервной ситуации.